Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Казуку Фэмили, и мы проходим такую страшную игру, как Octave. Я очень надеюсь, что слышно музыку, все будет слышно, и хочу сказать, что эта игра есть на андроиды. Поэтому всем приятного просмотра. А мы погнали. Вот. Так что вперед. Извините, дорогие друзья. Я вентили пытался крутануть. И тут начала происходить такая дичь. Музыка поменялась. И еще какая-то дичь начала происходить. Ладно. Так, вроде же так. Чего? А, воду включить, что ли? А что не так-то? Прикол. Опа-на. Где мой крест нафиг? А, мы его не смогли снять. Фу ты, а я забыл, а как его снять-то, крест? Вопрос. Опа-на. Ключ. А, от того замка, что ли? Так, подожди. Ну да, замок остается. Опять кошак. Ладно, идем туда, на кухню или что это? Что тут? Еще доска. Нахрен мы эти доски собираем? Вопрос. А, это назад, да? Ладно. Подожди. А куда их применять? Молоток и доски. А ну-ка. А, лестница, ёпарасоте. Угу. Допустим.
Допустим. Заходим в ванну или куда? И чё? Чё за трешня была? Чё-то он там пытался сделать. Так, мне бы свечку опять не проебать. Готово. Давай, давай, чувак, давай. Так, и что дальше? Туда мы можем вернуться назад в дом? Четыре, пять. Подожди. А тут должно быть так. Стоп, 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 подожди, я свет хочу включить. Так, и... что ли? Какая последняя остается? Твой? Ой, пятерка, что ли? Пятерка. Окей. Сэмпай, вставай. Оу.
Нифига себе. Приколюхи. Подмир какой-то, блин. Да, свечей вроде нету. Уже. Я не буду пока ничего говорить. Даже никаких подсказок нету. Совсем. Блин, я надеюсь, нам сюда хоть топать. Или куда? Блять, опять эта хуйня здесь. Бля, ёб твою мать. Блять. Блять. Их двое, блять. Успел. Съёбывайся нахуй. Просто съёбывайся и все. Блять, у меня мышка сейчас охуеет просто. Ой, блять. Ну хотя бы отсюда, и то хорошо. Да ёпарасы ты! Я понял, как это работает. Да ебать! Бля! Через жопу работает, честно. Давай, блядь. Блядь, руки. Да. Блять, я руки не видел, ёпарасоте. Где они там, блять? Вот, я не вижу.
Блять, они еле заметны, эти руки. Ага, вижу. Жду. Ага. Жду. Да ёпар СТ, грёбаная мышка, ебать её в рот. Кажись, видел, где было. Валим, 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 валим. И как это, блядь, проходить? И... Это я понял. А, вот как у нас это. Твою мать. Да. Мне двойка нужна. Бля, тройка. Нет, к тройке иди, к тройке иди. Ладно, к четверке. Иди. Тройки. Единицы, иди, к единице, иди. Ага, единицы, ну почти зашли, да? Блять. Блять. Блять, быстрее, 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 быстрее. Блять. Тройки, к тройке, к тройке, блять. Двойки. Thank you.
Блядь, почти. Блядь, не успею. Двойки, 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 иди. К единице, быстрей. К двойке. Есть. Это был трэш. Это реально был трэш. Трэш, но интересный. Ух, можно немножко хоть булки расслабить. И то хорошо. Так. Что там возле черепа? Ключи. Сейчас немножко отойду. Так, прочитаю кое-что. Так. Ага, в дом мы уже зайти не можем, да? Окей. Это типа он уезжает, да? Типа он последнего монстра сбил. Но, в принципе, неплохо. Никаких диалогов, но сюжет есть. То есть, парень выживает после того, как хотели его убить. В конце он побеждает главного монстра, вот эту женщину, судя по всему. Вот, когда он уезжает... Сбивает последнего монстра. Ну, непонятно, выжил он, этот главный герой, или погиб при столкновении с монстром. Это неизвестно. Ну, игра есть в Стиме, она продается за 80 рублей, по-моему. Вот. Но, в принципе, как квест, было очень интересно.
необычно. Особенно про убийцу прикольно было, когда он там в этом подземном мире оказался. Убийца. Вот. Игра 16-го года, да. Украинская студия сделала Nate in Человек. Но, в принципе, у меня эмоции положительные. То есть игра не оставила никаких-то отрицательных эмоций. Но, правда, пришлось попотеть с монстром, в конце которого уничтожать свечами. Там тупо надо было успевать, это реально геморройно. Но, в принципе, я не пожалел, что потратил почти 2 часа своего времени на прохождение данной игры. Вот. Ну, в общем, спасибо, что смотрели. Спасибо, что переживали. Если переживали или просто с удовольствием смотрели сюжетку. С вами вновь был Казуку Фэмили. Мы проходим интересные игры, квесты, стрелялки, ужасы, гонки, неважно что. Главное, мы делаем это с удовольствием. А вам желаем не болеть, потому что наступила осень, дожди, впереди зима. Вот. Ставьте лайки, приглашайте друзей, не забудьте подписаться на колокольчик. Ну, а с вами был Казуко Фэмили, дорогие друзья. Всем удачи, всем до новых встреч и всем пока-пока!